Здравствуйте. Несмотря на летнее затишье, депутаты ОКЗС продолжают работать на округах, а политические партии готовятся к новому сезону. А что коммунисты? Поговорим сегодня об этом с первым секретарем Алтайского крайкома КПРФ Марией Прусаковой. Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, Глеб. Ну, действительно, летнее затишье сейчас определенное наблюдается, но совсем скоро единый день голосования. И политическим партиям предстоят довыборы в Алтайское краевое законодательное собрание по трем округам. И я знаю, что КПРФ уже определилась с кандидатами. Кто они и в чем их конкурентные преимущества перед оппонентами? Ну, несмотря на то, что мы выступали, конечно, против вообще проведения довыборов, потому что, ну, я считаю, что абсолютно нецелесообразно на сегодня тратить бюджетные средства на переизбрание депутатов в такой ситуации, тем более, что причина, мягко говоря, крайне нелицеприятная, это судебные решения в отношении предыдущих депутатов, там, это все три депутата от «Единой России», которые там два лишились своего мандата, один ушел, и вот на сегодня должны тратить бюджетные средства на то, чтобы на достаточно короткий срок избрать вновь депутатов. Ну, возможно, это шанс для других партий. Ну, я не считаю как раз, что один или два депутата на сегодня в сложившейся ситуации – это шанс. Прежде всего, та политическая расстановка сил, которая есть на сегодня в законодательном собрании, она навряд ли изменится, даже если в случае победы по всем трем округам на довыборах победят коммунисты. Тем не менее, конечно, любая избирательная кампания – это для нас площадка для донесения нашей программы, позиции партии. Тем более, что на сегодня политическая жизнь в стране, мягко говоря, бурлит и кипит, и она намного активней, чем в Алтайском крае. Поэтому, конечно, мы будем участвовать. Мы на сегодня уже выдвинули своих кандидатов и сейчас находимся вот как раз на старте избирательной кампании. Но времени осталось не так много. Как идет работа в округах? О чем говорите с избирателями? Какие, может быть, есть обращения, просьбы и так далее? Ну, главная особенность этих довыборов заключается, конечно, в специфике под названием COVID и в тех ограничительных мерах, которые фактически сегодня не позволяют вообще не проводить никакую агитационную кампанию непосредственно с людьми. Она вся сводится все-таки к общению в социальных сетях, к какой-то исключительно агитационной кампании через мессенджеры, опять же, социальные сети. А возможность встречаться с избирателями, что всегда было как раз основой наших, скажем так, избирательных кампаний, это встреча с людьми, проведение встреч, на сегодня фактически они находятся под запретом. Поэтому полноценной назвать эту избирательную кампанию, конечно, нельзя. Кроме того, закон, который на сегодня из дня выборов делает трехдневный такой марафон, когда в течение этого срока, в принципе, вопрос обеспечения действительно контроля становится достаточно сложным. Фракция КПРФ голосовала против, мы выступали против, потому что считаем, что, ну, на сегодня просто власть очень так нагло и лихо использует ту ситуацию, в которой сегодня мы оказались, для ужесточения возможности, конечно, прежде всего для оппозиционных партий, проведения полноценной, прозрачной избирательной кампании и процесса голосования. Ну, то есть вы не считаете, что и для оппозиционных партий это дополнительный шанс как можно больше своего электората мобилизовать вот в течение трех дней, чем вот в один день ограниченный Есть. Там? Ну, знаете, хочется спросить, а почему не месяц? Почему так поскольку скромничали и всего три дня. В принципе, можно было бы хоть завтра уже объявить о том, что можете приходить любой день. Или, в принципе, председатель Центральной избирательной комиссии, как это было у нас, если говорить о голосовании по поправкам, можно было группу в WhatsApp создать под названием там «Выборы 2021», и люди бы смайликами голосовали, понимаете? Ведь вопрос не в том, что у нас нет на сегодня ресурсов или возможностей там вместо одного дня обеспечить наблюдателями три дня. Вопрос в том, что появляется так называемая, ну, темная зона
это ночь, да, когда фактически урны избирательные, когда, в принципе, скажем так, доступ к бюллетеням, которые уже, бюллетеням людей, которые уже проголосовали, они, в принципе, становятся, ну, не без контроля остаются. Очень много вопросов, и, конечно, у нас и сомнений по этому поводу. Слушайте, ну, это вопрос, который мы сможем говорить уже, когда увидим это на практике. Вот исходя из опыта проведения голосования по поправкам, когда голосовали, в принципе, в песочницах, если на грибке было написано УИК, да, вот, конечно, на сегодня, в принципе, возникают сомнения о том, что те результаты, которые мы получим итоговые, будут хоть как-то отражать объективную картину волеизъявления граждан. Ну, я приведу пример. После голосования по поправкам в Конституцию на сайте, значит, там Центральная избирательная комиссия устроила голосование. Как вы относитесь к голосованию, значит, 3 дня, если оно будет проходить? И там практически 90% высказались против. После этого председатель ЦИК заявил о том, что это голосуют боты. Просто вот этот градус сегодня недоверия к власти, он повышается. И я считаю, что вот эти все новшества, вносимые в законодательство, и в без того неверие граждан, в принципе, делают институт выборный на сегодня абсолютно, ну, такой профанацией. А ведь это прежде всего легитимность власти, избрание главных государственных органов, Государственная Дума, законодательные органы. Но вы не считаете, что вот такой риторикой оппозиционные партии заранее так готовят общественность к своему поражению? То есть и всегда можно будет потом сказать, что вот были вбросы, была непрозрачная система голосования, хотя, возможно, просто не смогли мобилизовать электорат. Нет, ну, мы независимо от того, на сегодня возмущаемся сложившимися, да, новыми обстоятельствами или нет, мы будем участвовать в выборах и делать все для того, чтобы действительно голоса наших избирателей на сегодня, они, ну, не пропали просто так в урне, да, вот. Но, тем не менее, не говорить о том, что и закрывать глаза на то, что происходит, и не давать этому объективной оценки, естественно, мы не можем. Тем более, что ну, в сложившейся ситуации с коронавирусом, когда действительно те ограничительные меры, которые по сути являются, ну, под большим вопросом. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что бессимптомный, значит, человек, который бессимптомно перенес ковид, он не является, ну, скажем так, заразителем. Поэтому он, в принципе, не должен носить маску и не представляет никакой угрозы. Тем не менее, всех людей посадили по домам. В это время приняли ряд законов, кстати, с очень таким достаточно серьезным нарушением регламента. И все эти законы как раз касаются проведения выборной кампании. Поэтому я считаю, что вот эта ковидная кампания – это кампания по подготовке к трансферу власти. Мы же прекрасно понимаем, что на сегодня роль Государственной Думы, затем в последующем и выборы президента, все это взаимосвязано. И на сегодня видим, что это вот идет один как раз, как вы сказали, перманентный процесс, которому мы как можем стараемся сегодня противостоять. Но вернемся все-таки к теме Алтайского края. Предстоят также выборы в муниципальное собрание депутатов Славгорода. Будете ли в этой кампании участвовать и какие ожидания от нее? Да, конечно, мы выдвигаем также кандидатов. Кроме того, есть еще ряд сельских советов. Мы всегда участвуем в этих выборных кампаниях, но, естественно, главная задача наша на сегодня, цель, и, в принципе, это будет как этап подготовки, это выборы в 2021 году, хотя на сегодня тоже разные, мы слышим версии того, что они могут проходить как в марте 2021 года, так, возможно, еще и в конце года, ну что, на сегодня, наверное, уже маловероятно. Вот, тем не менее, конечно, все это выборный процесс, избирательно-агитационный, в котором мы участвуем, но мы работаем не от выборов к выборам. Работать партия, тем более политическая, должна каждый день. И мы сегодня это делаем. Мария Николаевна, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Благодарю вас за интересную беседу. А нашим телезрителям мы желаем трезво воспринимать окружающую действительность и беречь себя в это непростое время. До встречи в эфире телеканала «Катунь-24».